Так, ребят, всем привет. Продолжаем выживать в The Forest. Вон аборигены стоят, вон там один крадется. В общем, хочу сегодня построить лестницу. Если получится. Может, получится какими-то лифтами делать, либо какими-то другими вышками как-то подниматься. Хочу вниз кратера спрыгнуть. И оттуда построить, ну, как я уже перечислил, лестницу там или... чтобы подниматься наверх, потому что по-другому, ну, сверху, вниз туда не получится построить, надо снизу кверху. Буду строить в творческом режиме. Вот, сейчас поэтому прыгаю вниз туда. Ну, разбиться не должен, поэтому я как бы включил неуязвимость. Поэтому давайте попробуем это сделать. Вот даже для эксперимента все нормально. Так, я, наверное, сейчас здесь все-таки. Мужики. О! Ты жив? Мужики тут стоят. Подожди, тут. А. Немного ранее, видать, один сиганул вниз, и. Вот он результат. А ну-ка, давай дальше. Что? Не хочет. Ладно. Так, все, прыгаем вниз. Вот, и попробуем все-таки подняться как-то сюда. Не знаю, что из этого получится. Можешь, конечно, попробовать как-то... Скорее всего, нас будут ждать там внизу. Уху-ху-ху-ху. Дух захватывает. Нас внизу будут ждать по-любому аборигены и мутанты. Вон, я уже вижу мутанта. Давайте вот так, да, так даже поудобней. Они, кстати, нам, наверное, вон и аборигены ходят. Они нам даже и не помешают, потому что можно будет строить. Фу-ху-ху-ху-ху. Вот это да. Они там засуетились. Строиться можно будет. Да, ничего себе тут. А вон там толстяк ходит. А вон они. И здесь тоже. А вон ворота. Вон ворота, в которые сюда выходят. Так, я уже тут в тупике. В общем, я сейчас начинаю строить потихоньку. Мне нужно туда как-то подняться теперь. Буду строить в творческом режиме и под музыку в ускоренном режиме, скажем так. Ну и также, наверное, лестницу нужно будет мне как-то... Могу я вот... Либо отсюда, может, как-то лестницу вниз еще сделаю. Все, давайте начнем. Thank you.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Так, ну что, ребята, вот так получилось лестницу сделать. Довольно-таки неплохо. Я вообще-то сомневался, что вообще получится как-то так вот сделать аккуратно, но довольно-таки хорошо получилось. Сюда вывел лестницу, и также я сделал в эту сторону лесенку, тоже спуск. Вот тут аборигены что-то ругаются. Что за следы? Смотрите, аборигены как бы валялись, да? Трое, три аборигена здесь. Ну и вон там мутанты ходят. Но самое главное, у меня получилось сделать лестницу. Спуск сюда. Также освещение сделал по максимуму. Вот такое вот сооружение грандиозное. Перила не стал я делать. Может быть, и сделаю в дальнейшем, а может быть, оставлю без перил. Самое главное, не сорваться вниз. Здесь мы запрыгиваем. Тут я не стал уже лестницу делать. В принципе, и так нормально. И все. И дальше только так, бревно ненужное. Тут где-то еще, по-моему, бревно валялось. А, оно сразу вниз улетело. Все, вот так вот поднимаемся. Самое главное, опять же, вниз не сорваться. Может быть, и придется сделать перила. Чтоб случайно так. А вот, по-моему, еще пещера. По-моему, да, ребят, по-моему, это выход с пещеры. А давайте попробуем сейчас вот отсюда протащить туда. Получается прямо так до конца дотянуться сразу. Да, по-моему, это... Да, вон палатка какая-то стоит. Не дотягивается. Придется такими маленькими туда вести. По-другому никак. Иначе я свалюсь просто-напросто.
Можно, конечно, попробовать. Не, близко нельзя вот на эту подходить палку, иначе я точно свалюсь. Да, вот к этой близко не, лучше не вставать, иначе, сколько я знаю, можно свалиться. Так, стоп, почему? Во. Что-то как-то странно он это. И... Что за дела? Почему я не могу туда подвести? Так, нет, стоп. Попробуем сейчас все-таки подвести туда. И сразу видите, что происходит? Сразу куда-то кверху уходит, я не могу там зацепиться. Не получается. Почему-то игра не дает этого. Не хочет она там нигде цепляться. Можно, конечно, попробовать как вариант, например. Сейчас сделаю, знаете как? Попробовать вот отсюда ниже, может быть, получится как-то зацепиться. Нет, тоже не получается. Ни в какую, сразу кверху уходит. Да, вот это интересно. Ладно, это надо будет, наверное, потом сломать, потому что это, чтобы не перепутать, а то сиганешь туда, а там нет прохода. Так, ладно, поднимаемся кверху. Да, вот здесь я уже стал сближаться туда, в сторону стены вот этой, блин, чтобы выйти к лифту. Ну и все, тут уже выход к лифту. Вот так вот. Вот такое вот сооружение получилось. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.